В администрации городского округа Люберцы состоялось первое совещание Союза промышленников и предпринимателей в новом году. Участники подвели итоги работы, наметили планы на будущее, а также обсудили методы привлечения новых кадров. На встрече работала наша съемочная группа. Один из важных вопросов на повестке дня – помощь участникам спецоперации. На совещании люберецким предприятиям вручили грамоты за оказание поддержки военнослужащих. Эти фирмы отправляют не только камеры и переносные аккумуляторы, но и строят специализированные кухни для полевых условий. Мы выпускаем все типы полевых лагерей для питания военнослужащих. То есть мы освоили полевые пекарни, полевые кухни. И объем производства должен быть в этом году настолько большой, что реально просто людей не хватает. На обсуждении присутствовал и глава городского округа Владимир Волков. Вместе с участниками круглого стола обсудили строительство дорог, которые помогут в привлечении новых компаний и облегчат передачу продукции. Но те дороги, которые в этом году, самые главные артерии, которые будут открыты, построены, это М5 Урал, Октябрьский проспект, Рязанское направление, от Лыткаринского моста, так называемого, от поселка Мирного и до реки. Дорога наша основная, и многие компании готовы прийти дополнительно в Люберцы, хотя у нас потенциал производственный, запрос на новые площадки велик, и у нас существует даже определенная очередь. Завершающим вопросом была нехватка кадров. По итогам встречи участники дискуссии пришли к мнению, что можно привлекать к производству и начинающих мастеров. В первую очередь для этого увеличат количество целевых мест в высших учебных заведениях. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.